28 октября 2017 года в Северном Ледовитом океане, всего в 340 километрах от Северного полюса, произошла серия из трех мощных землетрясений магнитудой 5,7 и 6, на глубине 10 километров. По сообщениям ученых, землетрясения магнитудой свыше 5,5 не фиксировались так близко к Северному полюсу ранее. Координаты указывают, что данные землетрясения произошли в западной части хребта Гаккеля, простирающегося вдоль соединения североамериканской и тихоокеанской литосферных плит в Арктике. Причиной столь необычного явления в этой зоне может быть произошедшее ранее глубоководное землетрясение магнитудой 6,7 балла в районе желоба Идзу, Японии, Южной Америки, островов Индонезии и Фиджи, которое повлекло за собой смещение тихоокеанской литосферной плиты. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. В процессе изучения нового направления геоинжиниринга удалось выявить несоответствие между данными, которые публично представлены мировой общественности, и реалиями нынешнего дня. Эта же проблема касается и современных тектонических карт. В частности, североамериканская литосферная плита не является такой целостной, как ее представляли ранее. Последние данные указывают на то, что на континентальной коре этой плиты происходит интенсивное формирование раскола, переходящего в разлом, по границе, которая практически делит территорию нынешнего государства США на две половины. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.